Теперь нам нужна какая-то стеклянная такая вазочка. Мы уже знаем, как ее делать. Мы возьмем сейчас. Так. Что мы возьмем? Это мы не возьмем объект. Вот. И вот здесь мы сейчас возьмем патч. Вот оно. Патч у нас валяется где-то тут. Да? Теперь R. По оси Y на 90 градусов. Вот он патч. Хорошо. Теперь, значит, Edit Mode. Начинаем. Берем вот это. Здесь ставим. И начинаем двигать. Так, ну-ка. Вот это вот. Вот так, допустим, да? Так. Теперь этот. Таким образом мы очень быстро создадим то, что нам нужно. Вот такое вот ваза устроит нас. Устроит. Ну, мы можем вот между этими двумя еще сделать subdivision. Вернее, этот. Ну, почему? Да, конечно, subdivision. И поставить ее туда, куда нам нужно. Вот сюда. Так, ну что, что в этом плохого? Мне нравится. Хорошо. Я такой, чтобы я бы здесь еще поставил. Ну да. Нет, пускай так будет. Пускай так будет. Так, мы можем ее сейчас с помощью объект превратить в сказать, что нам надо скреп. Так, пусть выберем сейчас иксовую, вот так. Потом еще посмотрим по edit. Посмотрим, может быть, нам надо это будет чуть подвинуть. Горлышко-то слишком узкое получается. А это, может быть, опустить. Вот так. Вот так сделать. Вот такую вазочку сделать, да? Хорошо. А далее мы с вами поступим следующим образом. Кроме этого модификатора сделаем Solidify. И сделаем побольше его. Желательно как-то воду налить, но я еще не умею. Я думаю, надо просто сделать копию этого, вот этой части, к примеру, да? Так, подождите, Solidify. Мы сделаем вот так. Solid, вот так, да? Вот так сделаем. Хорошо. И теперь Edit Mode. Это можно превратить теперь. Подождите. Объект мод. Сказать здесь apply. Что такое? А, ему надо сначала вот здесь сделать. Нет. Я понял. Я понял. Я понял. Надо этот вот был объект, вот этот, сначала превратить его. Его надо выделить. Здесь выделен он, да? Так, и сказать, что это у нас. Как же его превратить там? Забыл. Сразу забыл. Сегмент. Стоп.
Так, я вернулся и превратил это вот с помощью mesh from curve, то есть из курвы сделал mesh. Видим, вот здесь курвы больше нет, да? Так, хорошо. Далее, мы сейчас вот применим уже те самые, что мы пойдем сначала, скажем, вот этот скрип по оси X. Так. Далее, мы к этому применим еще Solidify. Solidify. Сделаем потолще. Что это такое-то? Сейчас. Что сейчас было? Ух. Так. Где у нас? Ух. Где она потолще? Вот так. Сделаем потолще, все будет правильно тогда. И последнее, что мы применим, Subdivision Surface. Вот так, где он тут у нас? Вот он. 3, 3, 3. И скажем еще. Вот. Нет, вот здесь. Что за дурацкая штука? Так, давайте мы скажем это apply. Перейдем в объект. Скажем это apply. Это apply. Не был первым в списке. Ага. Тогда еще раз тогда apply. И тогда еще раз subdivision. Что такое? И солидности надо добавить. Такое ощущение, что там их две.